День траура сегодня объявлен в Украине. На территории всей страны приспущен государственный флаг, отменены концерты и спортивные соревнования. Накануне в столкновениях мятежников и силовиков погибли 26 человек, еще около 800 пострадали. Объявлен однодневный траур и в Литве. Такое решение принял Кабинет министров республики. В это время в Киеве появилась надежда на прекращение кровопролития. Президент Украины Виктор Янукович и лидеры оппозиции договорились о перемирии и начале переговоров. Все это ради стабилизации ситуации в стране и гражданского мира.